Традиционный турнир. Сегодня мы находимся в старой части. Традиционный турнир на призы Деда Мороза. Он проводится уже с 99 года. Это, наверное, то хорошее наследие, которое нам досталось от старших товарищей. Да? И уже такая молодая команда спонсоров, организаторов, федераций, тренеров ее продолжает здесь же, в старой части. А у них давайте спросим, как зарождался турнир и какая была идея в самом начале становления этого мероприятия здесь, в старой части. Началось это 23 года назад, в 99 году, как бы собрались. Я, Копытов Сергей, Лягин Виктор, в настоящее время тренер. Ну, все бывшие боксеры, все это старожилы старого города. И как бы организовали турнир, сначала посвящался боксерам старого города. Эмоции, конечно, это же все делается для детей, это все ребята, да. Они, видите, у нас такие радостные все. Как бы это новогодний турнир. Не чисто там боксерский, а новогодний детский турнир. Они проводят здесь первые бои, потому что самые маленькие ребятишки. Мы рады. У нас сюда приезжали с Москвы сборная России и показывали нам показательное выступление. Мы посмотрели. Там было такое, что смотреть было смешно. Ну и мы решили, что мы сможем показать детям больше. И собрались, и показывали, сами выходили на ринг перед боем. Ну, перед боями. И показывали, как нужно боксировать. Ну, так родился турнир. Самые яркие впечатления, когда приезжали сюда Абзалимов, Шафиков. И они все выступали на этом ринге. Показывали бои, как надо классно боксировать. Для мальчишек это вообще космос. Это турнир начался давно, в 99 году. Там был мой отец, другие ребята неравнодушные к спорту, к боксу. Самое важное, это был Сергей Иванович Жеребятников, Копытов Сергей Владимирович, Плешков Алексей Геннадьевич. Вот они в свое время, Лягин Виктор Степанович, как бы, вот они в свое время родили вот этот турнир. И вот он уже 23 года радует детишек подарками Дед Морозом. И еще бы хотел отметить неравнодушных людей, которые помогают финансово и организационно. Это люди, которые на наши просьбы реагируют очень положительно. Это вот Юрий Горбатовский, Рыков Александр, ну, Абзалимов Марат, я уже говорил, Шматков Геннадий Иванович, как бы. Вот они и организаторы, и спонсоры. Так что, в общем, всем этим ребятам спасибо. Спасибо, что мы это продолжаем. Мы это молодежь подхватили. Нам это нравится. Ну, доставлять удовольствие детишкам, ну и зрителям, конечно. Показываем красивые бои и воспитываем молодежь. Thank you.